проверка. Ты готова, Вера? Готова. Хорошо. И я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию, воплощенную на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Снимаются все маски и голограммы. Фантом предстает перед тобой в первозданном виде, согласно своему эфирному коду ДНК. Наталья выходит из своего биоробота и становится рядом. Если в ее биороботе находятся еще чужеродные голограммы или копии, все это выходит и становится рядом. 1, 2, 3. Тонкая копия вышла. Отлично. Защищаем ее физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Наталью в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Натальи поднимайся в комнату диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Отлично. Мы приветствуем Наталью. Интересуемся, готова ли она к диагностике, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она приветствует нас. Да, доверит. Хорошо. Я даю команду на счет 3. Сканер начинает сканировать пространство над головой Натальи, под ногами. 360 градусов вокруг нее. На всех 7 тонких телах находятся любые чипы, датчики, импланты, конвекторы, подключки, чужеродные энергии, воздействия, энергетические. От этого все выстраиваются каналы, ведущие в клетку-тюрьму. И ответственность за эти подключки и энергии притягивается в клетку-тюрьму и становится ее заложником. 1, 2, 3. Сканер сканирует все 7 тонких тел Натальи. Находит все. Ну, чистое. Отлично. Замечательно. Считай уровень энергии и частоту вибраций у Натальи. 120. И? 20. 20 герц. Отлично. Сколько ей нужно, посмотри, пожалуйста, до полного восстановления и корректировки? 350 и 26. 350 и 26. И на счет 3 в макушку головы Натальи начинает поступать 7 высоковибрационных потоков по 350% каждый. 1, 2, 3. Потоки пошли, наполняет, усиливает. Все необходимые ей цвета начинают поступать. Мощность потоков усиливается. Поднимаем частоту ее вибрации до числового значения 26 Гц. Пошел подъем. Она говорит, что я уже сама научилась это делать. И еще я вижу ее намерение. У нее стержень внутри, который разросся. Вот что значит сила намерения. Цвет внутри энергии. Куратора рядом нет у нас? Не пришел? Не приглашали, в принципе? Нет. Хорошо. Ждем дальше. Окончание. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Верочка, давай сейчас установим экран у нас в комнате. 1, 2, 3. И сделаем запрос в энергоинформационном поле. И посмотри, пожалуйста, на каком уровне находится высшая я Наталья сейчас. На 14. 14 уровень. Отлично, замечательно. Она просила нас узнать. Она это узнала. Хорошо. Убираем экран. Наталья, вы на 14 уровне, ваше высшее я. Вы хотели уточнить? Я высшее я довольна. Довольна? Благодаря Наталиным поступкам оно движется уверенно на 15 уровень. Вот как. А у нас есть контакт сейчас к высшему я? Нет, мы убрали. Мы убрали. Это. Хорошо. Убрали экран. Хорошо. Ну, захочет Наталья с высшим я поговорить, пусть обратится. Хорошо, будем возвращать назад Наталью. Наталья, вы чистая. И для усвоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Натальи в систему биоробот душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. И отключайся от объекта и перемещайся в свою комнату диагностики. Пошел, подъем. Я на месте.